Дениска, ты уже записывал контент в контент-ворник? Иду, готов. Слышишь, Миша Джус играет какую-то чушь. Срань. Предложить ему? Да. Давай напиши. Миша, зайди в Дискорд. Это срочно. Подожди, мы не будем писать, что мы будем делать. Просто пусть знает, что нужно заходить. Зайди в Дискорд, это срочно. Что случилось? Здорово, о, ты слушай, очень я нужен. Ты Ронин или кто? Короче, Миш, тут вышла игра, называется Content Warning. Ой, да я слышал про нее. И ты вот, ну вообще незаменим. Ну вот ни при каких, именно сейчас. Ё-моё. Максим, сейчас... Максим, знаешь, кто у меня в чате? Я знаю, Миша Бьёрн. Да, как думаешь, наш он... Наш четвертый. Наш квотербэк. Он уже об этом сам знает. Ну ладно, сейчас подождите. Ну, здравствуйте, девчонки. Привет, Миша и Миша. Готов подарить вам 2 часа от своего сна. Какой 2 часа? Я помню, 15 минут. Здравствуй, Мишаня. Ну, если ты уйдешь, ты будешь мерзким кидалой. Душу отвезти и все. А ее же, говорит, бесплатно давали. Она, да. А сейчас уже платно? Я не успел взять ее бесплатно. А мы с Бурным взяли, да. Мишу, правда, сейчас не слышу. Денис, вот здесь ты можешь настроить свое лицо. Давайте. Вот это игра, ребята. Здесь можно настроить лицо. Слышно, как полагается. Вот это игра. То, что нужно, да, посмотреть, Денис там пытается написать какой-то смайлик, у него ничего не получается, он не понимает, что справа можно крутануть на ротейт. Слушай, да я не совсем дед, ну что ты начинаешь, я просто пере... А может, ты перевернешь надпись, брат? Нормально. То есть ты решил написать в ЛГ. А что? То есть посмотри, Миша, мы с тобой нормальные, креативные чуваки. Да, у нас лица. В ЛГ. Это в ЛГ. Охуеть, какие креативные, смотри. В ЛГ. Я даже не знаю, что давай, это за игра. Во, тема. Отлично. Член? Член, да. Очень тут не работает. Ты повернись слева. Справа стрелки можно переворачивать. Миш, просто поменяй местами буквы. Сначала. Ну, ты, да. Ну, в ту сторону. Да разберется, у него 2 ребенка. Вы че? Помогу сходить, брат. Что-то не так. Ну, я развернул. Головка, еще. Так. Теперь равно. Ты сначала тело отобрази, а потом уже голову. И поворот. Ты можешь и поворот ставить, как будто оно в тебе. Еще уже поворот. Еще. Вот так, примени. В смысле в нем? А ну, глянь на меня. Прекрасно, браво. Спускаемся в старый мир. Снимаем что-то страшное и загружаем это на SpookTube и становимся вирусными. Бать, это мы что, получается, актеры, что ли? Я буду снимать. А за стол? Ну вот, смотрите. А я потом спрыгну, типа, жестко. Я сверху тебя спрыгну на стол. И скажу какой-нибудь слоган, типа, монстры сосать. Так же уже не делают, это кринжуха, вы че? Да нормально, только не снимай, снимай стол, чтобы меня не было видно. Подожди, на счет 3 я записываю. 1, 2, 3. Здравствуйте, дамы и господа. Йоу, это Максон и деды. Мы всех развалим. Все, вырубай. Монстры сосать. Сколько вам лет? Нихуя. Их немножечко снимать. Богу. Слышь, Бурн, ты только периодически снимай, говорю, я не знаю, ребята, здесь как на заброшках, понял? А я открыл, я... Вау, это что такое? Падё. Что это? Ребята, это мир, будто он нарисован карандашом. Чуваки, это такой кошмар. Йоло. Это дверь просто шумит. Ребята, за мной. За мной что-то есть, погодите, ребята. Ёбаный рот! Мужики! Мужики! Снимай! Снимай! Его утащили? Он уносит его! Ты заснял? Круто! Вот это сюжет будет. Не зря взяли в приключения Михаила Джуса. Вы чё, бля? Я в порядке. Там какой-то, смотрите. Смотрите сюда, иди сюда. Бурн, снимай. Снимай, Бурн, блядь. Чё, блядь? Ну, смотри, я такой важный, блядь. Я подумал, конечно. Ну, давай, блядь. Тихоходка, сзади, аккуратней. На селфи-палке у тебя должна быть. Бля, подожди, это улит. А как я? Как? Все, все зашли. Нажимаю. Какая-то площадка справа. Ага. Сейчас справа диск висится. Все, бери диск. Домой. Погнали. Здравствуйте, дамы и господа. Йоу, это Максим и деды. Монстр соса. Чувак, кайф.
Они мертвы. Звездак какой-то. Снимай, снимай. Вон он справа. Вон он, вон. Вон он, вон. Видос из 2000-х. Ребят закупаются, скоро пойдем. Они еще не знают, что их ждет. Их ждет необъяснимое, страшное. Не все вернутся. Господи, я не знаю, что это было. Если бы мы знали, что это было, но мы не знаем, что это было. Я хочу к маме домой. Нашли какую-то лестницу, спускаемся вниз. Нашли какой-то коридор, идем. Это тупик. Ой, блядь, снимай, снимай скорее! Ебать, его захуячило, камеру надо взять. Я не знаю, я забежал в тот тупик, где они? Где все? Миша, 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 черт, нет! Миша, 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 Миша! Второй Миша, он умер! Оно преследует нас! А где Бурн? Где Бурн? Снимаю. Он умер, он умер. Пиздец. Его больше нет живых. Его нет живых. Все, сняли, сняли. Отличный финал. Бурн, молодца, возвращаемся. Бурн? Ладно, пойдем. Мужики, меня слышно? Нет? Да хуй ж вы меня не слышите, это я вас слышу, блять! Он жив? Он двигается. Да, двигается. Он 90 метров, 92. И сколько осталось кислорода? Вон он идет. Очень давай громко мы общаемся. Давай. Давай будем взять лишь ему улетаем. Подождите, куда вы поехали, ёбаный рот? Стартуем. Он да, Миша Джус не выжил. Бля, подождите, куда вы ебать вас сраку едете-то? Получается, со 2 апреля, мистер Членикс. Я поверил. Добрая душа. Готовы? Ребят закупаются, скоро пойдем. Всем зрителям большой привет. Вот они герои, скоро опустятся в недра старого мира. Вы готовы, ребята? Запомни нас молодым. Нажимаем на кнопку. Погнали. Они еще не знают, что их ждет. Их ждет необъяснимое, страшное. Не все вернутся. Нашли какую-то лестницу. Спускаемся вниз. Нашли какой-то коридор. Идем. Это был тупик. Господи, я не знаю, что это было. Если бы мы знали, что это было, но мы не знаем, что это было. Я хочу к маме домой. Я не знаю. Я забежал в тот тупик. Где они? Где все? Миша, Миша, где Миша? Миша умер. Черт, нет! Миша умер! Миша умер! Беги! Где Миша? Где второй Миша? Мы потеряли два. Опять оно! Бегаем! Уходим! Миша, уходим. Здесь буржуй! Оно взорвало! Вот оно! Не знаю. Нашли какие-то лазеры. Умер! Пиздец! Его больше нет, жив! Ровно 1000, ребят. О! Ребята! Ооо! Лучше не подумаешь. Готов быть звуковиком. Так, давай! Так подожди. Я перед тобой стою, ёбаный рот. Это же на... Вот так? Ну, вот так. Да, вот так давай. Да, да, да. Просто скажи что-нибудь, пробормочи, типа там... И хлопни. Ну, давай. Ну, давайте. Ну, сначала мы не будем писать, мы же не долбоёбы. Мотор, съёмка, поехали. Подожди. Да нахер ты мне микрофон-то в рожу суёшь? Так, чтобы тебя слышно было. Так ты его выше держи. Над ним. Я не могу с маской. Усаться можно. Сцена 1, дубль 1. Отлично. Супер. Вот. Пусть так остается. Все, это была тренировка. А запишем уже внизу в подземелье, ребят. А, ну все. По сигналу. Да, стоп, да, стоп, да. Стоп. Стоп. По сигналу. Раз, два. Пишем. Дубль один, сцена один, нахуй.
Омский вокзал. Что он таит? Давай спросим. Ёпта. Ему пиздец. Бурну утащили, бурну утащили. Да нормальный с ним, этот мирный. Бурн. А, он просто катается, ладно. Я всегда с собой беру видеокамеру. Мой сосед был мрачный, жуткий робот был и нелюдим. А так, теперь такой огромный. Так, мистер Витков, как вы докатились до жизни такой? Зачем ты его сунь? Суй ему микрофон, суй микрофон! И какой-то, знаете, вот такой голос. Что-то такое. Вон он, вон оно! Вон оно! Это что-то новое! Ебать! Беги, беги, блядь! Беги, 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 нахуй! Снято, блядь! О, блядь! Наверное, из-за того, что я бежал. Монстров не было. Не-не, там финал классный. Дубль один, сцена один, нахуй. Омский вокзал. Что он таит? Опять это маломерка, блядь. Опять маломерка. Смотри сюда, какой он сходит. Давай спросим. Блядь. Бурно спросили. Так, мистер Уинка, как вы докатились до жизни такой? Наркотики? Суй ему микрофон, суй микрофон. Тут хороший кадр. Что тут у вас есть интересно? На танец. А мы хотим заказать бэклип с Альтуху, чтобы говорить: снимай, снимай перед монстром, мы бэклип сделаем. У нас бабло общее. Так, подожди, подожди секунду. Секунду, секунду. Секунду, сейчас. Блять, не ту кнопку нажал. Секунду. А я могу, типа, снимать... Подожди, ну подожди, ну дай, Бьерн дай, такой эгоист, он сам купил и все использовал. Миша! Ёбаный рот, это что такое? Ну-ка, 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 ну-ка! Дай, дай, сниму, сниму! Подожди, ты что такое? БЛЯТЬ! Оно просто взорвалось, у нас и оператора нет. Жесть, конечно. А, ну давай, ну, Миша мёрз. Миша мёрз. Миша мёрз. Миша, есть идея. Встань справее, правее, правее, и начни снимать. Три, два. I'm gay. Готов? Было весело, по-моему. Да, мне кажется, там нормальный фильм должен залететь. Здравствуйте, парни. Да, кто знал, что он взрывается-то, ёпта, он вообще был... А с чего ты знал, что... Да ты же не единственный, Миша, так он порядке. Он же, знаешь, типа, не похож даже на того чела, который взрывается. Вот это у нас три оператора было, ребят. Да. Это да. Здорово, 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 ребята. Сейчас мы с моими кентами спустимся в очередную жопу и навалим для вас контента. Подожди, ну подожди, Йор такой эгоист, дай, дай, он дай, сам дай, купил вот. И все использовал. Ну вот, ребята, как и обещали, очередная жопа. Ёбаный рот, это что такое? Ну-ка, 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 дай, дай, сниму, сниму. Сниму, подожди, ты снял. Миша мёрз, блин. Следующий кадр. I'm gay. Камеру взял. Убили Бьерна, пиздец. Быстрее, пожалуйста. У нас 5% осталось. Их двое, это два брата улитки. Продолжение следующей серии. Вот это контент, мужики. Прям хорошо. Не, у нас буквально в этом фильме последнем было все. И не шутки, и не шутки. Я снимаю, снимаю. Миша умер. Буквально. Хорошая штука, как микрофон. Ну, а ну, запиши. Меня. А, бля! Найс. Найс. Все, блин, все, все, нормальная тема, да слушай. Пойдемте, 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 пойдемте. Подожди, а карты, они все прям одинаковые, что ли? Черно-белые, просто разные эти. Угу, судя по всему. Я видел, эту я видел последнюю. О, пиздец! Я на лестницу! Беги, беги, блядь! Блядь, даже шокер не помог. Вставай, 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 вставай! Ёб твою!
А где камера, блядь? Это пиздец. Это пиздец, это что за хуйня? Блядь. Блядь, жалко, нормально. Душевно сходили, шок... блядь, ничего не шокер... сказали. Шокер въебали, блядь. За спину ранили мужчины? А там, слушайте, камеры нет, получается, фильма тоже нет, да? Да, нет, да, но да. Она там лежит, мы можем ее забрать пойти. Ёб твою мать, опять на смену. Чё там? Ну-ка, пусти оператора, где? Блять. А ну на потолке, справа на потолке, ну. Ты посмотри. Ну, тянет его, блядь! Чё такое, блядь? Чё я... Ёб твою мать! Что это, блядь? Что это такое? Брось его! Всё, вырубай, нам ещё нужно контент. Да я на контенте. Фонарь кинь, я не знаю! У нас нечего кинуть. О, пиздец. Блядь. Я просто висю здесь и все. Да я даже не за... Я не записываю, подожди. Бля. Мне кажется, он больше ни хуя не скажет. Бля, он умер, мужики. Он умер, мужики, пиздец. Умер. Эх, команда. Чё там? А мы, бля, вернёмся? Ой, блядь! Блядь! А я в самый низ упал. Боже, блядь, пропустите, пожалуйста, блядь, прошу вас. Чего ты? Иди поснимай. А ты... Он ебался. А, бля, что это, блядь? Ёбаный! Урод, блядь! Блядь, бежим нахуй, бежим, блядь, бежим! Вот она бабка, мы видели бабку! Вот она бабка, вот она уходит! Все, мы сняли, все, пойдем, валим! Ребята, я не знаю, как подняться. Блядь, они заблудились. Вот, мужики, вот, мы отсюда спрыгнули, наверное. Нет, вот лестница. Еба. Прощай, жизнь. Бля, жаль. Да. А их еще человек микс ждал на подъеме. Блин, я дошел прям до лестницы. Мы потеряли сюжет. Блин! Да, там такой фильм про... Блин, про бабку такой классный был. Да. Ну ничего, я все это снимал со стороны. Там такой фильм был, ребят, там миллион бы был. Охрененная игра. Там бы был миллион. ГХ. Да почему бы ГХ, если у тебя К? И понимаешь, если у тебя никнейм Игорь ГХК, у тебя, наверное, и ты выделяешь эти три буквы. Почему ты пишешь две буквы? Фамилия с большой буквы пишется. Алло, душнило. Тебе это не нравится, да? Ну ты типа циклоп. Денис, закрой один глаз и загадай желание. Загадал. Размечтался одноглазый. Смотри, на левую кнопку нажимаешь, у тебя есть ограничение. То есть поэтому буквально... Да, вот все, ты потерял, собственно, секунду. Ты потерял, я нашел, я приобрел, я снял тебя. Не нажимай эту сраную левую кнопку больше. А почему не нажимать кнопку-то? Да потому что здесь снимать... Видеосъемка запрещена, камеру выключай. Возможно снимать. Дверь с собой закрываем, пожалуйста. Вот здесь вот так вот, опа. И кнопку нажимаем. Оставь еще 5 секунд, слышишь? У тебя пленка закончилась, что ли? Пленка еще есть. Все, снимай, хоррор. О нет, какое-то существо нападает на меня. Что же это такое? О боже. У нас пленка закончилась. У нас пленка закончилась. Подожди, да, пленка. Ну, я тебе говорил, все, больше делать нечего, возвращаемся. Всем привет, это я, ВЛГ, и за камерой у нас Игорь ГХК. Да, это я. Всем привет, я И... И я со своим другом Денисом зависаю на ферме. Мы смогли купить себе новые фонари, мы бы смогли купить себе новые жесты и даже микрофоны, ты представляешь? Да, здорово. А еще что есть? А нет больше ничего. Видеосъемка запрещена, камеру выключай! Возможно снимать! Ну, хотя бы 30 секунд оставь. Открываем за собой дверь. Дверь за собой закрываем, пожалуйста! Оставь еще 5! Пленка еще есть. А почему тогда желтая лампочка горит? Хоррор? Это хоррор. О нет! Какое-то существо нападает на меня! Что же это такое? О боже! Ну я тебе говорил, все, больше делать нечего, возвращаемся. У нас кончилась пленка, мы возвращаемся. Забрать наших друзей Бьёна и... А если пленка закончилась, еще нельзя снимать, получается? Подожди, ты сказал, что пленка закончилась.
Комедия какая-то просто. У нас было четверо. Ребята, ау! Да. Миша! Да ебать, Миша! Ты сюда иди! Немного волнуюсь, если впереди на операторе, но надеюсь, получится хорошо. Ребята вроде довольны. Ой, а вы смотрите? Да. Да. А что это такое? Это просто звуки раз? Да-да, вот это вот, подходит. Да, давай, под хоррор. Скажешь, когда готов снимать. Это произошло в Омске. Примерно в 2 часа ночи. Да в смысле? Ай! Сзади! 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 О, нет! Первым этот монстр напал на Михаила. Давай, блядь, а вторым на меня! Где пацаны, интересно? А чё так смеялся-то? Пойдём, вон, смотри. Залуп, попрыгай. Он всё ещё нас преследует. Миша жив. Миша жив. Я задержу её. Нет! Я задержу его. Да убери ту свою штуку! Я не буду задерживать его. Да блядь, блядь! Да блядь, снимай, сука! Думай три! Думай 15! Ну-ка, я что давай! Такси, выйди на звук! Помогите! Ага, вот он и пришел! Ты пришел! Работает! Я здесь! Работает! Оно за мной! Оно вылезло! Мразь вылезла! Я загрызну его! Думай один! Думай один! Думай два! Она его забрала! Нет! Нет! Ну почему? Я не записал! Я не могу бежать! Мы успеем! Нет! Не закрывай дверь! Не закрывай дверь, ублюдок! Он с нами поедет. Нажимай кнопку, а где Игорь? Он едет с нами, ребят. А то сзади. Мы успеем. Нет, не закрывай дверь. Нормально. Это триллер. Закрывай дверь, да, финал хороший. Триллер хороший получился. Помоги! Минута 26! Я наберу! Набирай! А в смысле? А как? Прости! А ты думал, это легко, да? Мы потеряли это! Что такое? Бежим! Помогу! Оно съело! Оно не съело никак! Вставай! Все жив? Да ёб твой! Ты издеваешься, что ли? Молодец! Освободил! Да как? Да ты серьёзно? Бабушка! Возьмите за проценты! У нас все будет хорошо. Мы с вами Максим. В смысле? Я хочу выбраться, но ощущение, что я не выберусь. Нет! Как ты помнишь, куда идти, боже? Я помню, пойдем. Иду. Да! Прикольно! Я не бойся. Произошло. Команда склерозников официально. Мы прям вот здесь бежали. Вот прям отсюда. Может быть сюда? Ну отлично, там хорошо снято. Хорош, Максон! Браво! Спасибо, ребята! А куда он пошел-то? А ты увидел паука. И судя по всему, насмерть. Ну, все уже. Кажется, что отсюда и оператор не вышел. Это последствия встречи. Повсюду паутина. Я не могу.
Мэтра Голденмайер представляет. Это какой-то заброшенный склад топлива. Спуск, ребята, спуск! Спуск дальше! Спуск куда? Куда он ведет? Уходит! О боже! Оно схватило Дениса! Оно схватило Дениса! Это конец света, ребята. Гони мистера Улитис! Хороший финал. Ну, я не знаю, все тряслось, но на камере вроде не тряслось, там бабка еще идет. Ёпта, огромная, смотри, какая штука! Оно плюется чем-то прямо в меня! Без камера! Камеру нет! Он выронил камеру в конце! Серьезно, блядь! Да жесть! А может она сейчас будет в этой штуке? Это наш лучший портал. Не, не думаю. Лежит? Да, она приедет! Кайф! Никто не умер! Мы находимся по адресу! Стоит. Они держат меня против моей воли. Я нахожусь в постоянном цикле смерти и перерождений, они что-то типа безумных богов. Самый злой из них Шусун, отец или что-то в этом роде. Господи, бабка! Игорь мертв. Да огромная, смотри, какая штука! Оно плюется чем-то прямо в меня! Никто не умер! Мы находимся по... Осталось 30 тысяч! Дэн, Дэн, давайте будешь задавать мне вопросы, а я тебе буду отвечать. Блядь! Эти двое погибли. Постанова, все живы. Постанова, все живы. Ты вовремя, вовремя.